Я с удовольствием вам презентую небольшой базовый мини-курс «Техника речи». Он у нас есть в записи. Пожалуйста, вы можете пройти, посмотреть, какая там программа. Ну вот, в основном я вам написала. Да? То есть это включение резонаторов, да? Это управление голосом, это выработка четкости речи, это понимание, куда нужно двигать вот эти самые интонации, паузы, как соблюдать. Как вот повышение и понижение интонации использовать как упаковку высказываний. Где делать логические ударения? Как и где, в какую сторону изменять темп речи? Это же тоже важно, правда? Ну и, соответственно, у меня там есть замечательное упражнение. Как использовать тон голоса? Тон голоса, он же на самом деле это тон речи, потому что он зависит напрямую от эмоций. И, соответственно, какие эмоции мы хотим выразить, такой тон голоса, что называется, включаем. В этом базовом мини-курсе, в общем-то, минимум теории, 8 коротких практических уроков. Я провела это для тренеров, собственно говоря, но подходит этот мини-курс для людей любых коммуникативных профессий. Потому что даны вот такие базовые вещи. Кроме того, соответственно, PDF-конспект с использованными там упражнениями. Ну и бонус такой небольшой, да, у нас есть такая маленькая книжечка, которую я составила. Это 10 полезных советов, как сохранить голос. Если соблюдать все эти рекомендации, то голос ваш будет молодым и работоспособным долгие годы. Как можно освоить этот курс? Его можно освоить либо самостоятельно, либо с помощью тренера, то есть меня. И цена на этот курс очень демократичная, ну, потому что он, в принципе, небольшой. Если вы не готовы сейчас, к примеру, ввязаться в длительный там 4-6-недельный тренинг по постановке голоса и развитию, соответственно, вот речевых навыков, то вот этот вот небольшой мини-курс – это хорошее начало. Хорошее начало. Вот, 920 рублей, даже не 1000, самостоятельное его освоение, и 1700 – это с моими консультациями. То есть освоили какую-то часть, есть у вас вопросы, мы с вами связываемся, находим удобное для вас и меня время, и 20-30 минут по этой теме вы задаете свои вопросы, я даю вам дополнительную информацию, в том числе вы же какие-то упражнения осваиваете, я могу дать вам обратную связь по тому, как, насколько правильно вы делаете упражнения. Либо говорю, продолжайте в том же духе, дорогой товарищ, либо, соответственно, указываю вам на недостатки и какие-то недочеты по выполнению упражнений. Да, я предлагаю в общем 60 минут своей консультации, точнее сказать, вот онлайн-работы, но ее можно разделить, скажем, на две части, да, то есть сначала по там, голосовым, например, техникам, потом, например, по речевым техникам и, в общем, подытожить, да, вашу работу. То есть такое тоже возможно. Если вам интересно и вы хотите начать работу над своей речью, так, чтобы достойно ее произнести, то, соответственно, оформляйте вот свое участие в этом курсе. У нас сейчас на сайте есть обучающая платформа, там размещены, соответственно, эти вот короткие видео и задания к ним. И вот составленную сегодня на мастер-классе речь вы сможете потренировать вот это самое произнесение, произнесение и еще раз произнесение. Да? То есть потренируете одну, потом напишите, потренируете другую,
И так, как говорится, запустится процесс, вот этот вот поток, да, навык будет развиваться постепенно. Навыки же не приходят, та-дам, да, по щелчку пальца. Навыки развиваются определенное время. Даже самый простой навык, который именуется привычкой, да, и тот как минимум 18 дней нужно для того, чтобы его укоренить, а уж тем более какие-то сложные навыки. Но, как правило, навыки по ораторскому мастерству, вот, а вот именно конкретно по технике речи, мои студенты обычно осваивают там за 2, ну, максимум 3 месяца. Я вас буду рада видеть на любом из наших курсов и прежде всего на технике речи. Всего доброго, до новых встреч, как говорят.